Вообще холодно. А мы вот так баранина. 23 июня. Вот купил себе значок. Принесли хинкали. Нурлыжол. ЖД вокзал. Старые избушки. Здесь вот уже застройка новых кварталов. А еще вот ждут, наверное, когда хорошая цена будет. Погода здесь вообще прям осень. Вон люди в куртках, кепках стоят. Мы вот так приехали в шортах, в сланцах. Смотрите, все по-осеннему одеты. Вообще холодно. А мы вот приехали как. Вот люди кутаются, мерзнут. В куртках. ЖК. Это проспект Улы-Талар. Мы заехали со стороны Карагандинской трассы. И вот вход в дом. ЖК называется вот это Арнау 3. Это вот тоже Арнау 2, по-моему. Дастархан. Окна широкие. Туда на улицу выйдем, да, где машина? То, что нравится, вот инфраструктура, вот, например, внизу дома вот, Додо пицца, игрушки продают, кондитерка, там вот кафе, буфет, по-моему, алматинская тема, так это, столовая. Вот так выглядит ночной город. Да, подальше ходи. Идем в заведение. Зашли в заведение Голпас. Сейчас здесь посидим, сегодня пятница, вечер, народ много. Пиво, wine brew, такая вот пивная тарелка. Чубары, вот время первый час, спокойно можно покушать, все работает. Вон прямо ед-ед, тоже сидят, кушают. Короче, нам захотелось шашлык, и вот приехали, ну, такая вот как летняя терраса, но можно присесть. И пледы можно взять, и самое главное, шашлык, все в наличии. Проблему ночью найти. Не скажешь, что 23 июня, вообще, как будто я сентябрь месяц на дворе. Я в шоке. 23 сентября, скажешь, что? 23 сентября как будто. Астана, погода, я в шоке. Двойная. Да, вообще, да? Блин, я звоню, да? А еще бармен на кислоте. Вот подача, да? Вот чёрсу тебе, да? Вот чёрсу, рынок, чёрсу, да? Астана. Манта из Сильветрова, да, Маржан? Манта липер же, да? Это такой овощной салат. По-домашнему. Так, баранина, говядина. Так, говядина, еще баранина и люля, да? Угу. Спасибо. И лучок такой, классика. И здесь у нас уже... Это баранина, точно говядина. Ну, цены, конечно, не шимкенские. Не шимкенские, да. Ну, говорят, маринад шимкенский. Угу. Будем пробовать сейчас. Жумагуль делал. Нет, это жумагуль просит. Жумагуль от Кейт. Повар жумагуль, да? Вау, вообще, а фримен? Это фримен, да? Я сделала просто для вас. Ох, блин, вообще. Когда меня нету, никто вам так не будет делать. Ой, все. Хорошо, хорошо, давай. Ой, Маржан. Да, смотри, уезжаем, больше не отдыхаем. Ну все, ребята, спать. Вон Герин с прицепом. Время позднее, поэтому мы едем домой спать. Доброе утро всем. Смотрите, в Астане мне нравится, что вот эти детские площадки, как выглядят. Мы вот на четвертом этаже, а вот третий этаж это детская площадка.
С утра плотно завтракаем, впереди много дел. Выходим гулять, смотрите, вот везде умные замки. Классная вещь. Сейчас пойдем посмотрим детскую площадку. Мы спустились на лифту на третий этаж. И вот прямо отсюда можно выйти на детскую площадку. Очень удобно. То, что как бы посторонний не зайдет, машина не заедет. И с окна можно наблюдать, как играют дети. Брусчатка вот. Там детская игровая. Пользуются вот два дома. И отдельно можно спуститься по лестнице. Вызвали такси. Сейчас проедем в сторону набережной Ишим. Приехали на набережную реки Ишим. Хотим посмотреть. Смотрите, как красиво здесь. Это памятник Кенесары-хану. А вон тот мост, как-то его называют здесь, я вот забыл, тоже построили прогулочный мост. Напротив это, наверное, колесо обозрения. И прогулочные теплоходы стоят. Сейчас мы узнаем и, наверное, прокатимся. Мост как чешуя рыбы. Блин, мы не успели на вот этот теплоход. Сейчас узнаем, какая периодичность, есть ли другой еще отплывает. Вот паром. И вот сейчас вот так будет прогулка у них. А, касса направо. Пойду узнаю. Опа, проезжай. Вот экскурсионная прогулка по реке Есель. Цены 3000 тенге взрослые, 2000 детские. Дети до 3 бесплатно. Там сказали, что теплоходов несколько. На кассе говорят 4, здесь на пирсе говорят, что 2. Ну, говорят, подождите, скоро подойдет. 23 июня, но посмотрите, как сегодня холодно. Люди одеты по-осеннему. Сегодня суббота, туристы гуляют. Здесь вот, смотрите, катамараны можно взять, прокатиться. Жилеты спасательные дают. И вот так вот огорожено. Только в этом периметре можно кататься. Разговаривают по-английски. Иностранцы ходят, приезжают к нам. Ларьки фастфудов, вот как читайское мороженое. Работает строительная техника, облагораживает территорию. Взял две водички, одна стоит 400 тенге. Сакские рисунки, фигурки вот зверей,
начинается посадка на прогулочный катер. Он отличается от того, который мы видели в начале. Проплываем мост какой-то татарский. Мост с аркой красивой. Под ним будем проплывать. Река Ишим небольшая, она вот меньше Иртыша. Но через красивые вот эти квартала проходят, под мостами проплываешь. Хорошая прогулочная зона. Сегодня выходной, хоть несмотря на погоду, гуляют люди. С берега мальчишки машут. Здесь уже такая привычка. Всем катерам машут. Я обратил внимание, спирта рыбачат. А что же рыба здесь? Речная прогулка закончилась. Мне понравилось. Ну, как бы такое времяпровождение. Сейчас вышли. Еще прогуляемся в этом районе. Кир. Постреляли, если из 25 16-17 попаданий делаешь, тебе магнитик дают. Но мы 13-15 вот так попали. По статистике девушки стреляют. Здесь такие юрты в разрезе. Национальные сувениры продают. Много вот их. Место туристическое. Интересно, вот юрта и значки продаются. Советские, да? Вот Ленинград, Москва, раритетный СССР. Здесь вот книги продают. Я сначала платила 300 тенге за это. Сейчас уже 1000. Вот купил себе значок. Я в 80-м году родился. Значок Олимпиады. Там вот сзади, да, еще такой ГОСТ, да? Да. Есть. Видно, не видно. Вот. Очень хорошая коллекция. Расположена возле набережной реки Ишим. В юртах сувениры продают. Ага. Все, спасибо большое. Хорошей торговли. Вот эта стена интересная. Все вот разрисовали. Надписи. Шок-Кыздар.
вот тоже как. Всех, всех четверых не знаете, да? Одного. Одного? Да, да, вот слева. Вообще, вообще в очках. Это вот наподобие этого. Как в этом. В Алмате на Коктебе. Там только они сидят, по-моему. Вот здесь какой-то ресторан, Фархи, Али-Баба. О, прикольное колесо водяное. Терраса красивая. В общем, это ресторан узбекской кухни и национальной. Мы что-то захотели грузинскую, сейчас поедем. Вот ближайшие набрали. Три кафе грузинской кухни, поедем в ближайшее. Посмотрим, как там. Принесли шашлык, баранина. Я не знаю, сколько грамм. Но цена в этом заведении его 4400 тенге. Сейчас попробуем, я скажу, вкусно, нет. Мы приехали в кафе грузинской кухни, Осуба называется. До этого я был, по-моему, на улице Петрова, это филиал на улице Желтоксан. Заказали шашлык и хинкали. Сейчас попробуем. Ну, это вот фишки, которые мне нравятся. Еще харчу, но харчу сейчас что-то не хочу. Попробую, скажу. Принесли хинкали, баранина, говядина. Вот, вот это вот самое любимое мое блюдо, которое я вот в грузинской кухне обожаю. Так, шашлык я показывал и грузинская лепешка. Смотрите, вот в разрезе мясо прожарено хорошо, куски довольно большие. Как правильно кушать хинкали? Берешь хинкали за хвостик, делаешь небольшой на вкус. Не надо выпить сок, который находится там. Соус ароматный с приправами, сок. И после этого можно хинкали съедать. Обычно вот эти не едят хвостики. Давайте, приятного аппетита. Мы покушали. Шашлык, ну, немножко жестковато, как бы я бы его оценил на четверку. А вот хинкали, это пятерка с плюсом. Очень понравились. Вот это чек. Заведение находится по адресу Желтоксан, 39. Называется Особа, кафе грузинской кухни. Вот интересный напиток гранатовый. Первый раз такой вижу. Потрясено. Производство Афганистан. Ну и в завершение вечера мы отмечаем нахождение столицы в гостях. Да, вот такой дастархан накрыли мои друзья, мой друг. Выезжаем домой. Вот смотрите, стройка не прекращается. В воскресенье люди работают, строят, строители, краны. Едем в родной город.